Улан-Удэ республиканский театральный форум с таким названием стартовал в Актобе в минувшие выходные. Мероприятие организовано в честь столетнего юбилея выдающегося представителя казахской литературы, народного писателя Казахстана, нашего земляка Тахуи Ахтанова. Принять участие в форуме пожелали более 100 работников театра со всей страны. Из них были отобраны 60 человек, соответствующих установленным критериям мероприятия. Теперь они вместе с профессионалами в театральной сфере оттачивают свое мастерство по 6 направлениям. Отметим, форум продлится до 28 сентября. Это первый такой форум, который проходит, тем более в нашей Актюбинской области. Мы очень рады приветствовать гостей со всего Казахстана, также всех мастеров, кто приехали к нам из ближнего зарубежья, также сотрудники, работники, да, культуры именно нашей страны. Мы в большом предвкушении, поверьте, все актеры, все творческие коллективы, кто сейчас здесь находится. Я хочу сказать спасибо, что я являюсь частью такого форума, который проводится впервые в Казахстане, именно в Актюбе. Мне очень лестно быть мастером курса. Я сейчас познакомилась уже со своими участниками и увидела у них горящие глаза. Поэтому моя цель здесь – это поделиться своим опытом, взрастить и дать какие-то основы для воспитания режиссера по пластике, который очень важен сейчас в драматическом театре.